10 идей для творчества. Первая идея – это канал про варган. Варган – такой музыкальный инструмент, которому можно научиться самостоятельно. То есть это очень такой творческий инструмент, и поэтому творческим людям он очень подходит. Опять же, есть всевозможные разновидности, есть всевозможные способы игры на нем. И если, например, у вас есть специализированный магазин с этим инструментом, то для вас это просто отличный способ привлечь к себе клиентов, начать делать канал про этот инструмент. Вторая идея – это браслеты на продажу. То есть если вы творческий человек, у вас множество идей, какие браслеты сделать, то вы не просто показываете, как их делать, а показываете, например, как с помощью рукоделия, с помощью вот этих браслетов можно зарабатывать. То есть как их правильно продавать. То есть такой вот курс для рукодельниц, то есть помощь им на своем опыте. Третья идея – это зентангл. Такой способ рисования, интуитивный, тоже сейчас очень популярен, потому что подходит тем людям, у которых нет профессиональных навыков рисования. Опять же, идея проверена именно на монетизации, потому что огромное количество людей приобретает этот курс в бумажном варианте, поэтому для вас есть возможность стать первым, кто делает подобный курс в видеоформате. Четвертая идея – это каринг, тоже популярное направление. Это резьба по фруктам и овощам. Опять же, творческие люди всегда ищут новые инструменты, новые техники, и вы можете подсказать им вот такой материал, как, скажем так, плоды садоводства и огородства. Пятая идея – это оформление подарков. Тоже очень крутая идея и абсолютно бесконечная. То есть можно создавать подарки под каждый праздник. Упаковка подарков можно делать из разных материалов, то есть ниша именно для творчества просто огромная, и при этом, опять же, понятно, что монетизировать это можно будет, потому что люди покупают подарки, дарят подарки и любят подарки. Шестая идея – это как украсить елку. Опять же, тема, посвященная Новому году. Новый год всегда будет в тренде, и все чаще люди отходят от традиционных каких-то елок и традиционных дизайнов и хотят что-то необычное. И что может быть необычнее, чем декор выполнен там своими руками в различных техниках, и вы можете на своем канале именно аккумулировать всевозможные идеи, как сделать необычную елку, чтобы это была не просто натуральная елка или искусственная, а елка из каких-то других материалов или просто какие-то игрушки, сделанные для елки. В общем, это все идеи по тому, как украсить елку необычно и творчески. Седьмая идея – это плетение из газетных трубочек. Опять же, материал доступный всем. То есть, что можно из него сделать, просто огромное количество. Это и какие-то подделки, элементы интерьера. И что мне, например, больше всего нравится, я вижу здесь именно идею для монетизации, это можно создавать целые объекты для детей, то есть строить всевозможные шалаши и вовлекать ребенка в это творчество. Поэтому мне самой эта идея нравится, надеюсь, кому-то она тоже понравится, и он ее реализует. Восьмая идея – это дизайн интерьера в 3D Max. То есть 3D Max – очень обширная программа, в ней можно создавать огромный комплекс объектов, и я рекомендую выделить вам именно ту нишу, которая подойдет для дизайнеров интерьеров, где вы научите их создавать визуализацию их проектов. Потому что нарисованные в 3D Max интерьеры, они почти как фотографии, и для портфолио дизайнера это большой-большой плюс. Поэтому, опять же, монетизировать можно будет за счет того, что вы собираете аудиторию дизайнеров интерьеров, которым вы помогаете улучшить их портфолио за счет того, что они прокачивают свой навык визуализации 3D Max будущих проектов. Девятая идея – «Что хотел сказать художник?» Это такое вот название канала. Ваш взгляд на известные картины, на известные произведения с подробным разбором, что же именно заложил туда автор с вашей точки зрения или, например, с точки зрения каких-то известных культурологов. То есть вы собираете, опять же, разбор этих картин, их символизм, какую-то предысторию, канву, в которой создавалось это произведение, то есть это время, какой-то государственный строй, окружение художника и так далее. То есть рассказывайте подноготную, да, какого-то произведения искусства.
И 10-я идея — это создание коллажей. Опять же, ниша ближе к монетизации в том смысле, что можно делать мастер-классы, которые подходят, например, детям. Потому что коллаж — такая техника, в которой можно использовать доступные материалы и создавать при этом простыми способами интересные произведения. Вот такие 10 идей для творчества. Еще раз хочу напомнить, что те, кто у нас состоят в клубе 100 по 100, будут писать нам, какая идея им понравилась, и мы начнем именно ее более подробно разбирать и предлагать варианты, как ее правильно сделать, чтобы на ней заработать. Ну, я бы поправил еще момент, что здесь было озвучено такое слово «бесконечность». Вы четко для себя должны понимать, я рассказывал эту историю, скажу еще раз. Я был на консультации у человека, который добился много чего в Ютубе. Это было 4 года назад, 5, да? И он мне тогда сказал за приличную сумму на консультации, что два совета. То есть у тебя, и один из них, это был совет, который звучал так. То есть если идея твоего канала конечна, это канал вообще ничего не стоит. То есть у вас, ваша идея, вашего канала должна быть бесконечна. Просто бесконечно. То есть вы должны буквально понимать, что будет, если, допустим, вот сесть, вы сможете написать 100 идей для ваших роликов? Смогу. А 1000 идей? Смогу. А 10 тысяч? И вы не должны задумываться, сказать, я через неделю напишу. А 100 тысяч идей? Напишу, да? Потому что это вот, по большому счету, ваша идея вашего канала должна быть масштабируема. Огромная, да, такая необъятная, чтобы вы даже не понимали, то есть вы понимаете, когда будет монетизация, вы знаете, что вы хотите, но вы, вас, вот реально нас штырит, когда мы понимаем, что тут вообще бескрайность, да, вот такая бесконечность, потому что мы начинаем делать школу, мы думали, что для нас там 1000 уроков, это там очень много, да, 1000 видео, сейчас на школе уже 1600, и мы понимаем, что это даже нет 10%, потому что мы заходим, берем идеи для каналов, каждая идея, ее можно просто, в принципе, брать, разбирать, препарировать, искать конкурентов, искать, как она, способы монетизации для каждой идеи, они разные, да, потому что, к примеру, вот Катя говорила там 3D Max, да, крутая идея, потому что я реально знаю как минимум 3 канала, которые поднимают очень много денег на курсах. Они дают бесплатный контент в паблик, да, заливают на YouTube, и уже там, на этом контенте, они предлагают свои собственные уроки, либо свои курсы по каким-то углубленным знаниям. Что вам мешает это? Очень часто вам мешает одно. Знаете что? Лень. Больше ничего. Вам и завтра. Лень, вы берете свою лень, мешаете соусом завтра, это все взбаламучиваете и ставите себе перед глазами. То есть вот я завтра, да, а завтра не наступит никогда. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.